Приветствую вас. Я, во-первых, не думаю, что вы совершили ошибку, потому что вы действительно хотели мужчину, мужчина хотел вас, и вы, собственно говоря, сделали то, что вам обоим доставило удовольствие. По крайней мере, так я понял из вашего текста. Значит, проблема заключается в другом. В том, что вы как будто его не слышите. То есть он говорит вам о том, что он будет гулять, что вы ему не подходите, что он слишком плохой для вас, что он не нагулялся еще, что ему нет до серьезных отношений. Вы это все как будто выслушиваете, пропускаете мимо ушей и в итоге как бы клоните свою линию, то есть свою линию, чтобы быть с ним. Далее вы говорите о том, что, в общем-то, по сути, вы разрешаете мужчине с вами перестать, и он этой возможностью, естественно, пользуется, потому что, все люди, и он определенно достаточно падок на женщины, соответственно, от соблазна не удержался, он с вами переспал, и вы думаете почему-то, что после того, как он с вами переспал, у вас что-то будет. Чем обусловлены ваши надежды, если честно, мне не очень понятно. Мужчина обосновал вам свою позицию четко. И, к сожалению, эта позиция после того, как он с вами переспал, она не изменится. Она останется такой же, как и была. То, что вы сделали, это, просто для мужчины, это просто секс. То есть мужчины не, мужчины разделяют секс и любовь. И если для вас секс это означает и духовная близость, возможно, то для мужчины секс это просто секс, ничего больше, тем более, что вы сказали, что вы просто хотите его, и он вас хочет, чем проблема. И мужчина тоже сказал, что это просто секс по дружбе, то есть без обязательств. И как бы вы оба пришли к тому, что то, что вы переспали, ничего не значит. Но теперь вы почему-то ждете, что мужчина к вам будет проявлять какие-то эмоции, он вас влюбится и так далее. Но почему? Откуда у вас такая мысль? Я думаю, что подобное продиктовано в первую очередь тем, что вы нуждаетесь в нем. Возможно, это ваши первые отношения, возможно, это ваши первые серьезные отношения, и вам не хочется их терять. Но вы ради этих отношений слишком много приносите в жертву. Сначала вы извиняетесь за то, что мужчина сделал, хотя это он должен извиняться перед вами. Потом вы с ним спите просто так, сами сказав ему о том, что это ничего не значит. Вы ожидаете от него того, что он вам как-то будет проявлять отношение другое. Но в действительности мужчина понял, что вы ради него готовы на все, в том числе и на то, чтобы переспать с ним. И это значит, что вполне вероятно, теперь особенно, когда единственное, что его останавливало от интимных отношений с вами, это девственность, теперь этого нет. И он легко и просто будет пользоваться вами в своих целях, внушая вам, что не может без вас и что любит вас, если вы так легко поддаетесь на его влияние. И вы не будете вместе.
по крайней мере сейчас, пока мужчина не повзрослел. Что делать в этой ситуации? Ждать, пока он повзрослеет, или извлекать опыт из того, что произошло, и жить дальше, решать вам. Но вместе сейчас вы не будете точно. Если все слова мужчины, о которых он говорил вам, что он вас уважает, что любит, что считает, что вы идеальная женщина, что любой мужчина был бы от вас, например, в восторге, если он действительно так считает и думает, то тогда, я думаю, что в случае, если он нагуляется, действительно нагуляется, возможно, он к вам и вернется. Но другое дело, готовы ли вы будете его принять. Понимаете, если вы готовы его принять, то это очень сильно похоже на зависимость от него, на зависимость от мужчины, что не делает вам, что не дает вам ничего хорошего на самом-то деле, потому что любая зависимость, она это всегда плохо. И тут вам только решать, что вы будете делать. Знаете, весь вопрос заключается в том, почему вы чувствуете себя грязно? Почему вам тяжело? Ведь вы же сами сказали, что без обязательств. И мужчина вам сказал, что без обязательств. Так чего вы ожидали? С чем связано у вас, слова, да, которые знаменуют ваши намерения, действия, которые подтверждают эти слова, но отличающиеся от этих двух моментов ваши мотивы. То есть получается, что вы, говоря слова об отсутствии обязательств и вступая в интимные отношения с мужчиной, хотели с ним более серьезных отношений. Но тогда, если вы хотели серьезных отношений, то вам нужно быть ценной для него. Вам нужно быть достойной уважения. То, что сделали вы, естественно, вас не дискредитируют, конечно, но и больше уважать вас не заставляют. Ведь вы отдали мужчине свою девственность, понимаете? И это дает ему понять, что вы, в общем-то, не настроены на серьезные отношения. Если вы готовы без обязательств вступить в интимные отношения с мужчиной, то любой мужчина будет знать, что вы, по крайней мере, не так уж сильно воспринимаете серьезные отношения. И вам нужно для себя определить, чего вы хотите. Хотите проводить с мужчиной изредка время? Тогда, я думаю, с этим проблем не будет. Вы будете встречаться, вы будете спать вместе, вы будете болтать, все это будет. Но тогда это без обязательств. То есть вы ничего от него не требуете, он ничего не требует от вас, все довольны. Может быть, когда-нибудь он захочет с вами вступить в более серьезные отношения. Вы можете ждать, можете не ждать. Но вы не совершили ошибку. Вы сделали то, что хотели. Это было правильно, потому что вы сделали то, чего хотели. Но не ожидайте просто большего от того, что вы сделали. Не накручивайте себя. Не накладывайте большое количество ожиданий на то, что ничего не несет. Далее. Секс в данном случае только секс. Да, это очевидно. События будут развиваться так. Значит, либо мужчина, если он действительно вас уважает и любит, будет себя корить за то, что он сделал, и с вами вообще связь прервет.
Либо он напротив будет вам периодически как бы сближаться с вами, чтобы вступать в интимные отношения на такой вот безобязательственной сфере. И, собственно говоря, после этого он будет обратно уходить. То есть ничего стабильного, ничего серьезного пока ожидать от него не стоит по его же собственным словам. Я бы рекомендовал вам подумать, чего вы хотите сами для себя. Какие у вас потребности. И постараться отделить потребности одни, да, от просто простого желания делать человека счастливым. Потому что пока складывается ощущение, что ваши потребности, они двигают вас. И они заставляют вас через человека их реализовывать. А это неправильно. Это делает вас зависимым. Зависимым от него. И если это зависимость, то с ней нужно работать. От нее нужно избавляться, ибо ничего хорошего вам она не принесет. Ну, а о том, что произошло, жалеть не стоит. Вы получили удовольствие с мужчиной, которому доверяли, которому симпатизировали. И это здорово. Это здорово. Да, это может быть не самое лучшее, что могло бы с вами быть, но и не самое плохое. Так что не стоит об этом жалеть. А тем более, что это уже случилось, и как бы не вернуть обратно. Все, что вы можете сделать, это извлечь из этого урок, опыт, и просто-напросто либо больше так не поступать, если вам не нравится, либо, напротив, использовать для получения удовольствия. Вам решать, чего вы хотите. Пока непонятно, чего именно вы хотите для себя. Чего именно вы хотите для себя и почему. То есть, если вы хотите быть с этим мужчиной вместе, то простите, что делать, если он не хочет? Если вы хотите быть с ним, несмотря на то, что он не хочет, почему вы хотите быть именно с ним тогда? Получается, вы его не любите. Вы в нем нуждаетесь, да, вы в нем нуждаетесь. Но почему вы в нем нуждаетесь? Что он вам дает такого, без чего вы не можете обойтись без него? Потому что это явно непростое желание делать его счастливым. Это ваша личная заинтересованность в нем. Возникает вопрос, в чем ее суть, эта заинтересованность? Чем она продиктована и как эту заинтересованность удовлетворить правильно? То есть не через какого-то человека, а напрямую для себя. Вот об этом вам и нужно подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.